Таким я стал не от жизни хорошей. Что такое игры? Я не понял. Меня усадили за комп, и мне была включена игра. Я точно не знаю, что это было. Но мне понравилось. Образы моего детства. Карточки из киосков. Дожди. Кефир в стеклянных бутылках. И обычным жизненным радостям. Желание заиметь дома компьютер. Не я же один сейчас ловлю странные флешбеки, глядя на это, а? Вот они, проблемы того времени. Вот прям говорю это и ух. Время шло. Проходил год за годом. Это я стал взрослым? А я поглощал игры без разбора. Тогда для меня все они были хорошими. Тогда мое мнение насчет игр было реально моим мнением. Я прошел множество плохих игр, но прошел я их с удовольствием, так как не знал, что они плохие. Задумайтесь об этом.